В краеведческом музее Ломоносова открылась выставка «Кино в Ораниенбауме». Экспозиция приурочена к году отечественного кино. Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум», берег Красного пруда, улочки со старыми деревянными и каменными домами стали декорациями к нескольким десяткам художественных и документальных фильмов. Среди них «Осторожно, бабушка», «Порох», «Балтийское небо», «Кортик», «Бременские музыканты», «Дон Сезар де Базан» и другие. Для этой выставки краеведы отобрали стоп-кадры из 24 картин Золотого фонда кинематографа. Здесь можно увидеть знакомые места, вспомнить дома и постройки, которых уже нет в Ломоносове. Сказать, что Ораниенбаум, Ломоносов – это столица, как бы, да, киноиндустрии, конечно, нельзя. Да, если в Петергофе, допустим, там же снималось гораздо больше картин, вот, но несколько десятков фильмов, которые вообще, съемки которых здесь происходили, вот, мы посчитали, что это тоже любопытно и интересно. Кроме того, на экспозиции представлены кинопроекторы, бобины кинопленки, а также костюмы, шитые для съемок. Часть из них хранится в архиве Ленфильма. Посетить выставку можно до конца мая.